1 июля – это значимая дата для России. Как ветераны боевых действий, прошедшие Афганистан, Сирию и Северный Кавказ, они тоже уже в годах, которым нужна поддержка, нужна помощь. Поправки у нас идет что? Это поднятие уровня жизни населения, то есть пенсии. Второе, значит, малообеспеченным тоже инвалидам боевых действий, детям. Сохранение исторической памяти – это обязательно, потому что мы ей живем. Я же сказал, что мы сейчас отмечаем 75-ю годовщину Великой Победы над фашизмом. А это самое основное – это память, та, которая никогда не забывается.